Мероприятие началось с приветственного слова проректора по образовательной деятельности Казанского федерального университета Тимирхана Алишева, который в данный момент находится с рабочим визитом в Киргизской республике. Действительно, очень важно собираться и обсуждать общие темы, связанные с обучением русскому языку, связанные с обучением ребят предметов на русском языке. Тем более, что подготовительное отделение делают достаточно короткие сроки, и применение современных эффективных технологий и методик является очень актуальным. В этом году на конференцию было заявлено 144 участника из числа сотрудников и преподавателей образовательных организаций высшего образования, в том числе 132 с докладами. На международной конференции обсуждался вопрос довузовской подготовки иностранных учащихся. Если раньше довузовская подготовка в основном сводилась к изучению русского языка, то сейчас все больше и больше уделяется внимание изучению предметов, который нужно будет будущим студентам знать в Казанском университете, а уровень Казанского университета очень высокий, науки, образования, поэтому здесь вот дается дополнительный навык в области математики, физики, биологии, химии, помимо русского языка. В конференции принимают участие 5 иностранных граждан, представлено 45 организаций системы образования, в том числе ведущие вузы России. На сегодняшнюю конференцию приехали ведущие ученые из разных университетов Москвы, Санкт-Петербурга, городов России, Ульяновска, Курска, Саратова. Есть исследователи из Китая. Я надеюсь, что нам будет о чем поговорить. Напомним, что по итогам конференции планируется издание электронного сборника материалов с последующим размещением в базе РИНС. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз.